Всем приветик, с вами Ирина, и через несколько недель вот так вот выглядят мои петунии. Вот некоторые я уже пораздавала, подарила несколько стаканчиков, вот мои, то, что остались. Вот скоро они будут зацветать. Вот так они вот, такие у меня высокие. Сейчас я буду их высаживать в клумбу в открытый грунт некоторые. Некоторые останутся для кашпо. И что я хочу вам показать? Вот. Те, которые мы прищипывали с вами, они стали куститься с боков. Вот давайте. И те, которые мы не прищипывали, вот, допустим, вот она длинная. Вот такая вот. Но все равно она с боков дает боковые побеги, и она сама по себе генетически в ней заложена, она будет куститься. Так что вам решать, прищипывать или нет петунии. Это, конечно же, только отдаляет цветение. Вот которые не прищипнутые, вот они вот уже будут скоро-скоро зацветать. Вот эти, которые прищипнутые, они, конечно, пониже, кустистее, но цвести они будут гораздо позже. Ну, допустим, кустик. Сейчас я выйму и покажу. Вот. Неприщипнутая петунья. Она сама по себе кустится, дает боковые побеги. Такая она кустиком компактным. Так что прищипывая, они сами по себе кустятся, скажем так. Мои петунички махровые вот уже тоже будут цвести. Я их не прищипывала, потому что я увидела, что у них там внутри уже завязывается цветочек. Вот они вот такие вот. Это мои сосны из семян. В общем, добралась я до своей лабелии. Сейчас я ее по краешку рассажу. Вот надрываю оболочку, она такая как бумажная. Снимаем. Таблетку я пролила. И сейчас я ее разделю. Тут я посадила пару петуний, вот, и лабелию по кругу. Так что это все пока будет разрастаться. Пока что вазон будет не пустой, а с цветами. Они же на глазки будут цвести, пока петуния подрастает.
цвет решила проэкспериментировать с бордюрной розой, посадить ее в горшок, и по сути должно получиться красиво, потому что бордюрные розы, они сами по себе пушистые и хорошо держат форму. Да? Ника сказала да. Я взяла садовую землю, добавила туда мох, сфагнум и перлит. Сейчас это все перемешаю. Мох сфагнум мне не даст пересыхать моему горшочку на протяжении засушливого лета, потому что у нас очень-очень жарко. И буквально поливаешь растения каждый день. Земля это берется коркой, поэтому даже было бы лучше добавить вермикулита, наверное. Но вермикулита у меня не оказалось. Да, и в лунку, в посадочную, я буду добавлять субстрат для цветущих. И, конечно же, я внесу удобрения долгоиграющие. Ну вот, окончательный вариант. Роза посажена, полита, замульчирована. И будем ждать от нее цветения. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!